вами Ревен, на канале Трогеймерс и Юрин. Мы с вами проходим круто Вольфенштайн 3D. И у нас с вами секретный нулевой этаж. Хотя просто раз был просто 10-й, ни хрена это 10-й, это нулевой. Итак. Или как там себе? Я в немецком не особо харю, если честно. Аларм. Под аларму, я думаю, и так все понятно. Блин, 180 точек, ни хрена себе. Мне кажется, сомневаюсь, что я их все найду. Бум. Это чувак какой-то смертник, что ли, было что-то не понял? Тоже походу. Осталось. Хотя бы так, да. Теперь можно взять.
куда я выйду потом. Вот я сюда вышел. Сейчас соврали. Бля, тут еще и дабл, ну ладно. Чувак, а разбрось ты, походу, не слышишь. Вот ебали, господи. Тут что-то я помню. Вот. Это я помню. Гэзэ найду я. Все сокровища. Что-то сомневаюсь в этом очень, очень сильно. То, что я все найду. Блин, тут издевательство. Мне кажется, тут еще именно предусмотрено как раз уничтожение всех вот этих объектов, которые можно разрушить, и за ней будут секреты находиться. Мне кажется, автор добавил такую механику сюда в игру. Секретов, вы что, угораете? Где мне их искать? Нельзя так над людьми издеваться. Игра, перестань. Вот где я не был. Вот сюда мне. Все, блядь! Ха-х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 а
Мейси. А, у меня здесь больше, чем 190 я потратил, ну ладно. А вот это мне уже нравится. Это по-нашему. Секрет, секрет, сейчас мне будет никакого. Точно, точно, ну ладно. Все равно этого недостаточно. Блин, только 5 секретов. Это какой-то прикол. Так, я помню, где-то здесь была еще какая-то стенка. Да, у меня смутный восход. Есть. Память не подводит. Нет, не в этот раз. Так, ладно, допустим. 6. А, ну где же вы еще есть? Может вот это? Нет. Или это? Да. Так, ну мне кажется, угловые стены вряд ли. Хотя и это тоже не стоит исключать. Где-нибудь здесь. Кончил вот эту текстуру Вольфенштейна. Эти стены, бля, как китайцы на одну рожу. Абсолютно вообще никаких особенностей, которые могли бы подать на то, что это секрет. Нет. Ну тут бы один есть. Они вряд ли второй есть. Как все. Воу! Так. Это кино. Но это не совсем что я хотел. Хотя и да, это тоже неплохо. Блять. Эта игра не добьет. Так, а вот это мне уже больше нравится. Так. Интересное кино. А больше. Точно еще больше нет? Вроде нет. Игра, но не гонится. Так, тут стены очень корявые, сомневаюсь, что это что-то есть. Но это всегда понятно. Так, по логике где-нибудь тут может быть что-нибудь быть вполне. Хотя, нет, мало пространства, там ничего не делать. Вот, эта мне стенка сразу не понравилась, на самом деле. Она немножечко визуально отличается от других. Так, друзья, я уже близко. К почти всем найденным сокровищам. Близок. Так вот, еще. Почти идеально. Почти, но не идеально еще. Здесь тут ничего нет, значит. Раз нет там, то нет нигде. Где еще можно? Thank you.
вообще может быть? Там, там один был, там, 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 единый, охренеть. 10 прям, 10. Еще 5. Куда можно запхать еще 5 секретов? Игра, ну прекрати, это не серьезно. Начало вернуться. На самое-самое начало. Потому что я там плохо посмотрел. А точнее, я там вообще не смотрел. Вот вы, вот в этой комнате вообще ни хрена не смотрел. А тут по-любому же. Вообще ничего, серьезно. Целая комната ни хрена мне не запихали. Стоп, у меня есть так или иначе определенные границы. Это 100%. За них, по-моему, за ними быть практически ничего не может. Так. Не 2 метра на 2 метра комната какая-нибудь маленькая. Так, это мы нашли. Погоди, что-то тут на самом деле еще пихнуть. Вот здесь могли пихнуть. Это было логично. Да нет. Вот они напихать ничего не захотели. Так, ну по-моему флаги-то у нас давать нельзя. Это не та игра. Не можно давать флаги. Вот тут вот могли.
могло бы что-нибудь быть на самом деле. На компьютере ни хрена не открывается. Не поддается еще. Там? Нет, там ничего, там просто балкон. Просто конченый балкон. Пускай точка работает, да? Пожалуйста. Ай, хрен с ним. Я уже устал, если честно. Слишком затянулся. Там было, блин, я не знаю просто, где это еще может быть, если честно. А нахрен с ним. Что, друзья, с вами был Ревент на канале ProGamer3. Всем спасибо, увидимся в следующей серии. Пока-пока.